Ну, блин, ну прости. Ладно. Удачи вам. Да, да, давай. Я пошел к своей. Да пока это был? А это паладин из рейда просто, вот и все. Friends War у него гильдия. С какими-то опять петухами на БГ, сука. Да. Вот, а чего? У Гурского, по-моему, такой лук ему надо, он собирает 10 стаков, а потом стреляет варом шемом, да? У натуре вместо пета моего хуя хуярит стоит. А потом Гурский его ногами бьет. Когда уже демон хантеры будут, да? Сумеречный лес. А что-то говорят там, демон хантеры будут. Она туда не это. Она туда не долетела, пока она здесь, пока с этой стороны ищет, а они просто децельные вообще капец. А у нее монитор маленький, и, короче, ни хрена их не видно. Так сумеречный лес. А типа макро. Они как тараканы просто капец. Пишешь точка, там кольца или как оно, блядь. То есть черточками, да? Слэш таргет скунс. Ну, слэш таргет скунс, и на макро запилил и бегаешь. Нажимаешь единичку или куда там поставил себе этот макро. И потом слэш. Как его сказать? Ливнуть с гильдии. Или слэш обнять. Стой, их еще не убивать надо, обнимать, да? Да. Слэш лав пишешь, выделяешь слэш лав пишешь. А, да, слэш. От этого тоже ДПС растет, ты так правильно понимаешь? Конечно. Ты если с белочкой там на подлете к Долорану не пообнимался, все, ты 10к не выдашь. Я, короче, сколько знаю людей, блядь, сов, нахуй, девушки, которые играют на совах, они должны сделать, блядь, 11к ачивок, потом пока начинают там. Да нет, она просто, знаешь, как этот, я ради прикола подошел, написал, типа, слэш лав, типа, она такая, о, как ты это сделал? Я потом этот... И, короче, она вроде пыталась сделать, а потом увидела, что я, короче, это сделал. Она, и вот это все у нее загорелось, это она теперь 2 дня ходит с кунцев, белочек и еще. Все, это теперь смысл жизни. Потерял. Где-то еще попугая надо найти. Я всех сумонил, короче. Кто не принял сумон, тот без рейд достается. Пошли вниз. Нежный рок, Долоран. Кто на пьяном мешке, Алиса? Я как бы не в Долоране. Чё, потом кару пойдём? Можно. А хотя не все спрятаны потом. Угу. 3 часа. Да, потом уже спать. Короче, я микро выключил. Угу. Кто танк? Не Рэдер. В Рейдер Мишка пьяный. Дранкен бир. Это чей? Офигеть, он танк? Ну да. Что-то. Офигеть, блин, эти танки такие редкие, просто сори. В красной книге, конечно же. Чё, по-моему, у Джоксов даже Джайна танчит дро. Один из танков. Не знаю, мишки нормальные танки. Я не знаю, их так часто вижу, но в танках мне часто попадаются only CSV паладины, которые постоянно вайпают рейд. О, у нас такой есть, кстати, он теперь за друида играет. Кто, Мидвей? А, не, ну это... Белорус Олег, ты уже запостил, что ли? Ну, конечно. Нахуя? А чё, мне стоять в небо смотреть? Это же романтично. Белые ночи, сохни. Ой, даже моего ратика придамажит, это пиздец. Кстати, боб давать, что ли? Дранкен бир. Белорус под босса.
Ну да, под боссом. 2к ДПСа. Кидаю боб на него. Ну на чем ты раны кинул? Нормально. Трубой сорвал игру, да? У него какая-то, короче, невезение. Я спорю, мне с ним только 10 гер был. То же самое было. Осторожно с дамагом. Танк один. Бэра, давайте выйдем. Трубойся, можно. Да пусть отдых. По танку пробеги, все. Стою, хиляю, бля. У нас хил упал? У нас соло хил. Стой, 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 стой. Сейчас бросьте, пожалуйста. Подойдите рушами, блядь, с папом. Ну, я просил честно разморозить. Шансун гимн на хп. Я точечно уже танка хилю. Я уже всех хилю, блядь. Пиздец. Просто сосать, суки, нахуй. Рвал. Сука, проебали 5-40, нахуй выиграли. Пидорасы, блядь, сосите, нахуй. Это очень некрасиво. Не бери с Алисы, блядь, пример. Когда ты на БГ будешь регать столько, сколько я, у тебя тоже все кругом будут пидорасы. И за тебя, и против тебя, нахуй. Все. Когда ты нахуй бежишь на точку, блядь, вроде у вас пятеро, с маунта сел, ты один остался, ёпта, потому что с тобой дауны, блядь, по 18к хп, блядь. Там пал, это наверное, там пал мимо пробегал, блядь, бурю нажал, блядь, нахуй все упали. Просто случайно, просто так чихнул, наверное. Так, я когда только сюда пришел, мы пошли регать БГ, я еще там вообще такой корявый был. Короче, там, не знаю, пал с варом дрались, блядь. Вар начал быша крутить, я мимо пробегал, как задело, бля, я сдох нахуй. Думаю, хуя себе, что там за вар такой? Просто задело, бля. Даже меня не смотрел, наверное. То я, чё я. Не, я чуть-чуть бегал. Но самое прикольное, например, когда я выхиливаю всех, нормально выхиливаю, а они тупо начинают такие, типа, ну, а не, мы нифига, мы не пойдем в атаку, мы домой побежим. Ой, на меня, блядь. А тут БГ слабенькая, у нас на X1 намного жестче было бы. Почему слабенько? Да тут же регают по хуй пойми кто, блядь. Ты попадешься один там, допустим, на ВСГ, ты и маг там, допустим, и вы не можете тупо вдвоем сделать нихера, блядь. Что ты сделаешь без хила? А там бегает два холи пала. А? На циркуле был кросс, не? Это у тебя там был на X5, у нас на X1 не было ничего кроссника. Мы в пати регали, а то и при формам.
Чё, когда мударты живы были, там вообще, блядь, по 25 человек сидело, блядь, при форумом регала. А чё, дарки умерли? Чё? Чё, дарки умерли? Мударты? Говорю, почему дарки умерли, блядь, на иксах? Дарки я не знаю, я вообще никого с дарком не знаю, успокойся. Я кроме кнутов никого там не знал, блядь. Пару человек с хэм, с хардмода знал, а с дарков я хер его знает. Я даже не знаю там никого, наверное. Правильно, если только не оттуда, нахуй. Лимон оттуда нет. Блин, а это кто сейчас говорит? Бурский, Хантер и Тью. А. Рак какой-то. Бля, я когда буду, когда этот, как этот, бля. ДК, блядь, 272-й, вы, по-моему, на первой, блядь, 30 секунд, нахуй, дамажить перестанете, блядь. 272-й, ебать. Ну, молись, чтобы ты был таким, блядь. Еще и фулл брюли, так это я не знаю, там можно в соло ходить, блядь, в десятки. Чё лежим, кого ждём? Соло не пойдёшь, бафа-то нету. Был бы баф, то бы по-любому ты кажется, типа ходу соло ходил, блядь. У меня просто раз, если чё, 2к голды стоит. Вот, Беларусь должен. У меня вопрос. А БДК танк норм в ПВП или нет? Нет. Нет. БДК ДД может быть нормально, но... Не, БДК ДД мне говорили только до 1.5 рейта норм. Да БДК слабый, АДК играется. Да 1.5 и любой норм. Если ты хочешь там... Да БДК ты только там, не знаю, ты только из морем кого-то брать за счет хила своего. Ну я знаю, что ходили БДК... Брайтрик, да. БДК Рейтрик. Либо БДК Протвар. Я помню, блин, умер два раза, не понимал, что это БДК, я думал, это АДК, блядь, и умирал просто. Мы не смотрели, блядь. Потом смотрю, ебать, там нахуй крыло, истерия, ДК на себя кидает, они мне пух, пару плюх, и я умер, блядь. Я даже не сейвился нормально, блядь, я не думал, что там, блядь, помню, Изичка даже бегала, в таком сетапе, короче, с этим, блядь. Трик БДК прикольно побегать, кстати. Ну, а не чисто на бурсте, если прожимает БДК истерию и не убивает... Не убивают никого за эту истерию, дальше им вата. Там еще это... Неска хорошо бегает. Я слагала. Да все равно самый стабильный сетап это Холивар. Как мне крути. Фрост, АДК... ДЦ. А сейчас Клубер соденется, посмотрите. Он тут, блядь. Пол мода этого развалит. ШП Рога нормальный сетап. Так, ДЦ Рога прям вообще. Вы знаете, какие сетапы редкие? Они, бля, там один на, не знаю, на миллион, бля, который играет. Остальные все так чисто. Должен я изи на 5 взял, да, на икс один. Угу. Что-то было, да, он там сам просто офигел там. Он ЧПшником был, блядь, еще в херовом шмоте, блядь. Так они все в херовом там. Кто так здесь палит еще, кроме мага, да? Если я их подиспавил, то что там. Да сетапа много хороших, вы не думайте. Играть надо уметь. Бэм, блять, этот хант. У меня вообще далеко от понимания арены. Там очень надо. Да, они совершенно по-другому думают, кто, блядь. Топовые аренщики у них даже, блядь. Мысли другие, поверьте. Они до такого додумаются, что вы просто о таком даже не знали. Мне Клуберс недавно рассказал, как вары сейвились, блядь. Против, допустим, шаманов. Когда, блядь, вар херачится, у него законтролили хила. Вар идет, блядь, шамановский тотем бьет, чтобы захиливал его. Он в стан становится и захиливается. Это пиздец. Кто бы до такого додумался, кажется. И там много таких приколов, интересно. Что они умеют делать? Служи, уведи. И аренить надо постоянно, если что-то хочешь достичь. На арене. Само собой. Да это вообще надо на постой аренить, да.
Вообще, вот пришел арена, пришел арена, пришел арена. Тебе некогда будет ходить всякие ппшки, блядь, в рейдики. На рога, блядь, чтобы научиться играть, а то вообще нельзя, если бы мага. На рога это самая жесткая херня. Либо маг просто. Там у нас видос клубер в группе скидывал. Короче, рога, блядь, забыл, как же его, сейчас скажу. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Короче, рога ник Марм, лучший рога, типа, в ОТЛК, один из лучших рог в ОТЛК, посмотри видосы про него. ПВП? Это ПВП Марм, он, типа, лучше там. Ну, там такие вещи делает, это вообще, он... Кто? На X25, помню, когда ты играл лучший рог. Успокойся, какой X25, тут, блядь, люди с АТ, нахуй. Какие X25, ты чё, блядь? Нахуй нахуй АТ, АТ хуйня, блядь. Да-да-да, оттуда, блядь, все выходцы. Я, короче, на Пандаре ПВП шла за рогу, было капец физично, тут я попробовала, это, блин, что-то вообще не пошло, и поэтому я рогу в ПВЕ чисто перед... Не знаю, посмотрите, если хотите видос Марма. Блин, у меня ядов нет. Это вообще, там чувак контролит, блядь, чтобы вы понимали, двух человек на арене. В 2-2. Один. Что, мне в танках, что ли? Давайте метки расставляйте, там Алиса, Жрец и так далее. Я что, за Жреца? Ну, давай я в танка, похуй. Чё такое? А, там шо, смотри. Кого он? Так, ну ты держи Мишка квадрат, а этот Ретрика и Энха. Ну, Мишку. Кого я? Ретрика и Энха. Луна и. Какой нахуй где луку, блядь? Брайтон паладином, блядь? А, ну когда не где луку. Все, врывается. Кого держу-то? Квадрат. Это звезду где. Короче, я скинул здесь, заходите посмотреть. Нарезки с боев этого Марма. Магия диспеля? Шансон. Диспеля. Места. Прохильте палас. Да, меня здесь палят. Ну, бот на ретрика кинули, блядь. Крылья на ретрики. Спальте корни, делайте что-то, что вы стоите просто так. Кружок. Все кружок бьем. Блять, Диминишн. Звезду. Сейчас вихрь пройдет, звезду бьем. Стан по мне зашел. Потом треугольник. А, эфир. Еще и двойной, это как, блядь? Страшно.
Рубайс, не убегайте. Бабу. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины, и ради чего? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Никто не умирал. Я умирала. Короля Лича. Пусть состязание... Я походу на каждом боссе буду падать. Блин, ничего страшного, там маленький роук, без разницы. Мне тяжело жестко ее выхиливать, я просто тогда всех остальных не смогу выхилить. А кто второй хил есть у нас? Шреддер, поставь ауру сосредоточенность. Шансунг гимн хп сколько кд? Он готов? Угу. Я скажу. Давайте, гуляйте. Встаньте, пожалуйста, в одну кучку. Да, гоу, гоу. А чё МК кинули на Мишку, блядь? Турбоисно. Туп хилился получше. Здесь дупло. Берем белую, берем череп. Переходим к черному. Алло. Алло. Чего, вредишь ли? Че, есть слот? Мне нук нужен. Я могу уступить, у меня есть нук, но не надо. Было бы здорово, я бы могу все подождать. Ну, на он дай назад. А кто может есть? Наш лицом. Никто тут, никто сам соберут для себя. Люблю я рэпчиков, нет? Ветрик вообще однокнопочное создание. Я тебе дам что-то однокнопочное, блядь. Ну ладно, три. Так, ты лети кристалл еще тогда, Шансунка, выходи. У нас уже оно вообще запустится через минуту. О, серьезно? Я не успею отлететь. Успеешь. Ну давай, попробуем. Дала рано минуту лететь. Да, я полечу сам без такси. А что там агро спал, да, что ли, блядь, все умерли? Да, два раза. Или три. Блядь, еще одну 30-ю надо нафармить, нахуй все. Че, мастер, сколько у тебя там в танке уже надо? Ты паладину делаешь мейном теперь или че? Да я хочу паладина мейном сделать, но, блядь, посмотрим. Ты уже вторую неделю хочешь, я. Да что-то хочу, а как раз на него захожу, ну, и смотри, понимаю, что ну нахуй. Ну смотри, самый простой расклад. Тупо по присутствию в рейдах. У паладина есть 3 спека. И все 3 в рейдах востребованы. Так я собираюсь 4 спека, блядь. У вара есть. Какие 4?
Прото ДД ПВЕ еще четвертый. Короче, чем больше спеков, тем выше вероятность попасть в рейд. Это вот я давно запомнил. Да я поэтому и хотел делать. Ну что там, Анук у вас? Ты летишь? Это самое. Конечно, на полной скорости. Мастер, после Они пойдем в кару десятку обычку? Пойдем. К4 пойдем. На меня забирать. О, вы сейчас хотите? Ну, да. После Они. После Они? Да я бы магом пошел, я бы тоже, может, что спить долго. Ну, мастер там ПРЛ. Да? Ребят, ну я в кару не пойду уже. Значит, да, куда ты денешься? Пойдешь, ну, я денусь в сторону кровати. Ну, вон, вот шейпера напрягем. Да, шейпер посидит, ему тем более одеваться нужно. Я могу и Аршамой таким. Вы, короче, вот пойдешь, все. Вы, короче, найдите скунса, скажите, что знаете, где он стоит, тогда Лаздан точно пойдет. Его орхидеи заставят. А тут сова между боссами уже рвется туда сходить. Танцунг, спасибо, что выступил. Конечно, я пока... На Они вылетит. На Они мне тоже нужна Они, да? Прибавь на эти краски по себе. Ну да, Они мне нужны. А, я понял, хорошо. И кикни мне Нежного Рога, наверное. Так, чё бафлит? Чё, кулаки кресты есть или чё? Чё вам? Бафай протерны. На кого протер. Бог пошлёт просто, давай. Куля. Давай, давай, чё-нибудь бафнем. Чё, в два танка, что ли? Просто делай рвок в босса. Давай, где? Там медведь же есть 69-й, чё? Медведь, да. Чё, всё, go? Да. Так кто на боссе? Я медведь. Медведь, давай я агри босс. Я его на трэш побегу. Чё там, все тут, да? Веду туда одного себе, одного себе. Или он всего один, да? А, ну и он. Да, круг! Нормально, так 25 костры ебал божественный бурина. Закопался. А чё не налёт? Не верю. Да, закопался. Потому что не даёте подвести, начинаете бить сразу. Два раза агро сорвали. Ты-то унти когда срывают. Так я-то унтил. У меня 59 нету, 8 секунд КД. Давай таунты. Сливайте на уже. Если ты не знаешь, почему он закапывается. ОГП тебе. Тихо. Все нормально, Лачка. Взрывание через 10 секунд. Отводи. Здоровье. Большого двойства. Ну, молодцы. На кого бобки, да? Туба. Турбой с атмой. Он уже десяточку дает уверенно. Огненный шар, воспламенение, огненный выбор, все попадает в сухая мана. Ну, давай, Боб, на меня. На тебя? Вот, а где? Давай. Где ты-то? Череп. На. Не, цветок. Не, не дали? Дали два. А, не я дал. Второй раз, ну. Просрал бурст весь тут. Сверки, что там? Парочку еще уроните. Я ретриком убью на хуй себя. Ёб твою, на мне делось 12 так. Ща вылезет, ну. Вы закрыли Зулджина, там можно уже собирать десятку лет по факту. Надо ли еще закрыть? Третий раз уже. Да, в РС только после леча герб пускай. Если ты про нее. Не про РС, про ЦЛК 10 герами. А. Ну да, и Зулджин. Жука все. Давай, Гера. Ну вот Шредер мне придамажил. Обидно.
Ну так он порчу забрал. Колбу. Что ты хочешь? Он собирает свой беслут, естественно, он будет дамаски, если у него руки не из жопы. Кто-то там говорил перед РС-кой, что он по ДПС-кой в жопе. Ну вот смотри, где он. 8 дает. Под Герой. Ну, 8 рублей дает. Пишет ЦЛК, это будет крестовскими со всеми бафами, это десятка будет. Должен 11 и 12 давать, как ну, я думаю. Должен. Ну, видишь, если он такими, правильно соберет. С такими чарками на голове вряд ли он будет давать много ДПСа, пока он не изменит. На Никсию летим. Че, я ливаюсь с рейда. Шансунг, давай спать, спасибо большое. Ты в кару идешь? Ну да, сходил бы магну, только я хочу магом посекать. Сейчас мастер пусть не сидит. Он ДК, он переодетый уже. Лимон, обратно в рейд иди тынчи. А зачем? Ну я спаткать пойду. Кто пойдет спать? Мишка, там медвей на мышке. Ну давай. Меня-то как твинг как-то, мне-то пофигу. Я с пугами закрою. Я сам с пугами закрою, просто если ты спать уходишь, то одно. Че еще раз? Я говорю, просто если спать уходишь, то одно я и так, в принципе, собрался с пугами закрывать виклики. Не, просто спать в этот пойду. А, ну давай, отдыхай. Полетели громовой пес, шестермуть. Там кто-то груль мага гер собирает, серьезно, блин. Тех, кто онлайн, в линканите, пожалуйста. Линканите в гичат эту чарку на танк. Что там надо мне? На тапке. Просто. На какой? На живучесть? Ну, 22 к выносливости увеличение, как вы карту. Сейчас я зайду на пал. Лимон, ты спрашивал, какой типа класс на этот идет? На барака. Нет. Ты не вылетел в Аргримар, иди я сейчас, Чарли. Ну, прикольно, короче. Так я взял виклик. Это не виклик, который это. Как это не виклик, виклик? Ну, ты имеешь в виду ЛК, что ли? Нет, я имею в виду эту самую рисованную чарку. Лукашная у меня есть. Мне нужна, которая 20 бат выносливости. А я не про чарку, я говорю про квест, блядь. Какой квест? Квест, который стоит до Ларани, блядь. Виклик, ЛКшный. Вход на виклик чудовищ. Я его взял. Я просто сегодня не успел. Нет, не чудовищ, а другой. Какой? Обычный. Бля. Алло, у меня полеты не изучены. У меня висит. Прикольно. На ОД, короче. Я понял. Так и говорил. Есть того волка справа. Нет, это где? Я взял раньше свою. В Аргримаре. Ой, дай бать. А кто хил? Че там? А, он разве не ушел? Не, он старый. У меня, короче, проблема, я как бы на 2 часа быстрый старт попал, и, короче, у меня там полет не изученный, потом мне придется самому. Можешь купить полеты. У меня сейчас нет денег. Я ей говорил, через магазин. У меня лайфхак, как это, у меня мах был в зале, когда я принял за руку и стримался все полеты. Ну, теперь, ну, я взял быстрый старт, мне полет не надо. Ну, либо открыть. Ты что хочешь? Сюда он полет, ты какой-то садится? Да. Не, ну, типа, у ДК за 55-й левел, типа, все полетки открыты, а... Забудет какой-нибудь, а выйдет, просто купит полетки и все. Вообще, это конченый класс, давай, четвертым на печенье. Лимон, ты такая? Я думаю, на другом. Нет, я сам хочу. Я думаю, на другом. Вот. А вот я, а мне,
Дендер вообще развивается. Да, да. Да, да, да. На полете Дендер не будет. Поздравьте меня! У меня 12 уровень лоял лучше. Ну да, повышает минуты. 1-2. Ну конечно, еще ударить. Нет, это ДК обычный. Ну, не знаю, я предпочитаю мобильность. Танк, ну, значит. Танк должен быстро передвигаться. Смена расы, короче, лицензию. Это можно покупать кому зачем. Да, в подарок. Можно за голду продавать. Да, и чё? Сколько же это? Чё там за голду продавать? Смену расы и фракции. А как за голду продавать? А в подарок отправляешь, покупаешь в подарок отправляешь, где голды дают? Ну да, кстати, неплохо. Все там 15к стоит, не больше. Ну, 10-30к в топе. Это боевая себе вставляю на себя. Что это за предмет? Первозданный, бесплатный, новый, что такое? Ну вот, открой магазин, разный, черный бриллиант, потом первозданный, бежевый, еще осколки, для этих синих, что ли? Да, для осколки. Будет возможно через минуту буквально. Охренеть, 6000 рублей один осколок. Что с тем, что бежевый? Ну там, походу, 10 осколков. Это квест, алло, это квест. Что за квест? Квест начинает цепочку, как вечный ход. А этот способ уже у вас, да? Да, я видел вас, да? Да. Жесть, какой донат? Вообще способ. Ох, почему ты занимаешь Марка Динамо? Бабки есть. Какие бабки сыдно такую экран не делал даже? Ну, они не стали работать. Ну вот, я думаю, мы все начали работать правильно, правильно. Смотрите, какой у меня маунт классный. За 12 лет. О, да-да-да, вот я такой, кстати, это будет не только он маунт, я думаю, у меня есть постоянно. Будет маунт хороший. Да, вот, кстати, чужой. А я вот не чужой. Меньше тебе. Смотрел? Нет. Посмотри обязательно, что я включаю. Блин, мне кажется, или он быстрый какой-то слишком. Я просто аниматор. У меня есть долгонок. Посовидуть ночь. Долгонок этот страус? Нет, долгонок, который... В Петерготе. Я думал, он называется по-другому. Водомерка, по сути. Да. Что, примите самого? Дайте ровно минуту. Блин, я, короче, в детстве любила водомерок топить, но они не топили. Сколько лет ты там делал? В лет 8-10 я это делал. Чего? Из Наполеонки он тренер моментовал, там карты вогремали собой. Да, я скажу. Мы вас просто забыли первый раз. Мы не вынимали. Вот, что, мы с пьянством попробуем. Блин, у вас тоже такая фигня, типа, днем очень сильно спать хочется, а ночью не хочется спать. Какой зуб вообще. Я дом хочу в кровати. И в той части. Вот, даже с компьютером, постоянно на сопение за ним. Напрягает и позволяет не работать по делу. Потому что концентрируется, там еще по две на нем старик. То есть все внимание постоянно на задание. Поэтому стоит. Не верится, что это правильно.
инициатор? Нет, я просто довольно неплохо разбираюсь. Поэтому мне просто... А кто ты по профессии? А более того, более того, если ты не учился. Так что чем дольше ты сидишь за компьютером, тем больше страдает твоя нервная система. Даже если ты сидишь через приступ сна. Батьку засломали или нет? Через приступ сна сидишь, вот тебе хочется спать, а ты сидишь. Белорус Олег не принимает сумму, написал био 2 минуты, но блять. Спасибо всем за рейды сегодня, да, спокойно. Ну ладно, пока. Давай, спокойно. Удачи. Ну, бля, аж без зони будет. Что с белорусом? Где он? Он в РК вообще? А, Тёма, пожалуйста, в 8-ю группу, будьте добры. Таких не Тёма. Он написал, я тут. Молодец. Ну, если успеет долететь, удачи. Ша, обижаться будет. Так, хотел вайберы открыть. Плохо нет. Да возьми обратно, что-то. Напух хоть будет. Хотя рот даже возвращаться. Пусть бьет, у нас так да нет. Пусть бьет, блядь. Давай, пошли с умонем его. Так он же говорит, я... Он уже в инсте. А, он уже в инсте? Нормально. А, он стакал кого-то. Он уже напуливает больше, вам скажу. У босса, да, как вот? Чё, трэш сагрил там? Где его, блядь, мобата сагрил, блядь, вообще не знаю. Ну и пусть умирает там. Пусть знает, что прыгать нужно на другую сторону, пошли. А, он даже его, блядь, заморозил, нахуй, смотри. Так, ты же притвориться мёртвым, мне не отстанет. Ну, он не как русский играет. Не такого уровня там, короче, слабее, раза в два. Хотя, с другой стороны, бой, вот этот хант, он был у меня в гильдии на X1, еще до того, как я начал играть за Орду. То есть, вот, когда я вводил гильдию, сколько, 2 года, там, из этих 2 лет, по-моему, около года у меня был в гильдии. Слушай, белорус этого, блядь? Здесь узнал мой ник, паладина моего, да, здесь узнал ник паладина моего и пришел в гильдию. Слушайте, не трогайте того моба, он в это войдет. Стоял бы еще. В принципе, тактики знаю. Просто построже надо, вот и все. Если будешь рылить, то значит он любит АФК, ну всякая такая фигня. Ну, пару раз ДП словит, а АФК будет. Будет по-другому играть. Где грота? Ну, бой на стрельбе. А что там у нас по местоположению шаманов пать? Ну что такое? Ты хочешь? Ну, танку меня запихните, что ли? К нежному уроге? С танком. Ты в танке вроде. Пать там нет. Или я гоню? И хилом, а хил один, все нормально. Он вообще там. Поставьте себе буду, буду от Войда и хилбот от Лимошки. Я вот играю уже 6 лет с хилботом. Ставил себе буду, но ну, так нормально вроде от Дони. Ну, я этим не играл. Ставил буду, не смог его настроить. Так, Лимон, скажи буду говно. Там очень много настроек на самом деле. Буду это... А, буду это, смотрите, вот если сравнивать буду, да, и хилбот, то хилбот это Windows. А Voodoo это Linux, блядь. Вот. Если вам понятно это сравнение. Хилбот Linux? Наоборот, Voodoo это Linux. А Хилбот это Винда. Просто малоизвестный. Ну. Там например, очень много. Например, на Офи Voodoo более известный, чем Хилбот. Ну. Voodoo номер один в мире. Потому что он номер один, да. Хилбот номер два. Если бы я играл на Офи, я бы, наверное, играл с Voodoo. Я тоже, но тут я буду играть хилбот. У меня есть, но... Я чувствую, вот мастером играю, пацан. Так что? Я вообще могу вам скинуть это, блядь, на ротацию ретрика, блядь. А, серьезно, блядь, такое есть? Да. 1, 2, 3 уже не котируются, нет? Целка ретрика, короче.
там, буря, удар воина света, да, больше... Да, давай еще две кнопки на проке, да, там, молот гнева, ПКД после 20%, и экзорцизм по проку, вроде вся ротация, да? Я молот гнева почти не играю, видели да? Скелеты так сидят. Надо. Видели скелеты сидят? Не надо. Это чуваки АФКшили, короче, в инсте остались тут. Да ладно. Скелеты в инсте. Точно он справа сидит, смотри. А я танчу, да? Это ты фильм пересмотрел АФК, да? Видел этот фильм? Нет. Типа полчасовой или сколько, блядь? Как они хотели Аниксию убить, да? Это про что? Ты про что? Посмотрите ВК, блядь, фильм нахуй, Аниксию, блядь. Серьезно? Блядь! Я упала. Здесь никого не сагрил. Дракона сагрил? Нет. Что там, реально в фильме есть Аниксия, как пытались убить Аниксию полчаса? Типа Рейди, да, шанс, я знайду его, блядь. Найди скинь, я посмотрел. Алис, ну ты, если хочешь выругаться матом, ты хотя бы тихо это делай. Чего сразу кричать? Реально, голова под... Я пытаюсь тише сказать. Да ты шепотом ругайся матом, все нормально будет. Зато будет весело, если это будет просто, шепотом. Вот попробуй. Просто мамка с комнаты вышла, наверное. Я как бы живу одна. Да ну на. Уже спорили, что ли? Война не наебешь. Сейчас я видео скинул, ссылку, короче. Чё, я агрив? Да, агрив. Подожди. Скидывай, пока позицию займёт. Похилить там чуть-чуть. Да ну нафиг. Ого. Давай каплю. Не надо. У меня все прожим еще и. Тринки. Блин, клык хочу, конечно. Очень. Чендрэк. Давайте Геру на этой, на последней фазе. На второй. Чендрэк это? Не, давай на последней. У нас рейнджей мало. Можно на последней. Да хватит, вон турбо есть. Как там спросила Алиса? Чендрэк который? Да. Я тоже вообще капец, блин. Это все, что мне нужно на танка. И, ну, кроме 277-го шмота, разумеется. Танчи тут, и большого тоже. Не беги туда, не беги туда. Танчи тут, нахуй, мелких и большого. Отходите. Если в соло танк. Кто вспышку звезды не заметит, тот лопушок. Тот войт на минималках, блин. Войт на минимал. Чё за новое, блин? Новый флешмоб. Не стойте трещина. Большой идет. Щелер, да? Щелер, да. В щелях. Ты в щелях. Как правильно. А это щель относится к половым щелям или нет? Тут драка, Кристина, пизда тебе даже. Ну, если те, которые статуи в Долоране, то относятся. Да, важная инфа, в Долоране можно посмотреть на то, что интересно. Блять, он на мне будет, а? Босс садится, ура. О, забирай босса. Большого бьем. Добили. Потом. Стоит. Хорош, теперь гир. Да, мастер аура, не слышу. Блять, тихнула, сука, все-таки. Дайте кто-нибудь турбочу сальву. Потому что я уже отдал. А он опять нас. Любой пал. Копал желательно. Где он? Он где-то стоит там у правой задней ноги. Смотри, пока. Все крылья проебал. Ну чего отлетаете? Я же специально дракону повернул чуть боссом, килам, чтобы милики. Чтобы милики стояли со стороны совы и иссякали там самое удобное место. Не забывайте, да, если дракон уже все. Если дракон выжил, все, да. Мешок
Вот, найти на хантов постоянно подают шлемы, блять. Че, идем еще куда? Кара. А, я тогда на мага. Мне там паун делать нечего. Хотя погоди, на паладина из 10-го что падает-то? Башка, руки. И Сими Турбо. Ой, Т4. Да не, у меня пау уже упакован. Да, 2, Т4. Вообще.